Всем привет, дамы и господа, с вами Ниломоб. Мы сегодня продолжим играть в игру под названием Drake Hollow. Это уже второй эпизод, я нажму кнопку «Продолжить с вашего позволения». Загрузить автосохранение там было у меня, и хорошо. Про что же эта игра, если вдруг вы не знаете и пропустили каким-то образом первую серию? Игра про то, что каким-то странным образом наш персонаж появился в загадочном мире, где он решил организовать свою деревню, и, собственно, у нас появились даже некоторые свои такие, как сказать, существа. Мы с вами знакомы также с вороной, которая нам подсказывает и что-то помогает по развитию. И плюс, конечно же, мы с вами тут должны еще наблюдать по заданием. Вот задание, которое мне сейчас нужно выполнить, это посетить мудрого ворона. И две записки у меня появилось, плюс у меня тут существа имеются вот такие маленькие. Давайте пробуем побеседовать с кем-то. Опа, собрано чары. Мы с него получаем выбирать дровосек, отменить, уйти. А второго малыша... И второй у меня есть такой вот еще персонаж. Два у меня персонажа, которые, когда я с ним беседую, играю, уделяю им внимание, они мне дают чары. Это очень хорошее дело. Давайте поговорим с вороном, посетить мудрого ворона. Поговорим с ним. Мое хорошее предчувствие насчет вас становится только сильнее. Простите, что пришлось тянуть вас во все это, но у меня не было другого выхода. Некоторым мандрагорцам все еще нужна ваша помощь. Поднимитесь на тот маяк на севере и осмотритесь вокруг. По пути обращайте внимание на мандрагорцев, которые находятся в спячке, и собирайте все чертежи, которые вам попадутся. Возвращайтесь поговорить, когда немножко освоитесь. Новое задание... Исследовать верхушку маяка. Плюс у меня появились записки в журнале. Что тут нам пишут? Эфир. Чтобы пройти через эфир, необходимо создать талисман от эфира или эфирные путевые точки. Постройте в своем лагере чудо-мастерскую, которую вы можете создать. Эти другие объекты. Создание диковин. Зачарованные диковинки, расходуемые безделушки, однажды исследовав и изготовив чудо-мастерской, их можно будет создавать где угодно. Диковинки очень полезны, их можно использовать для защиты деревни. Они помогают пересечь эфир и пройти через пространственные изгибы. Также они... применяются для защиты, лечения и многого другого. Отлично! Значит, что мы должны сейчас делать? Ну, в принципе, двигаться за... Это мой стол мастерской. Чудо-мастерская, которая позволяет мне кое-что целебную мазь создать. Позволяет мне создавать еще талисман эфира, осколок света камня. Допустим, мазь. Опа, создал. Все... Может быть, у меня было задание, я должен был создать? Ну, ладно. Сделал, оно где-то у меня... появилось. Мне нужно идти туда и исследовать. Карта. Вот моя карта, а это то, что не исследовано у меня. И, соответственно, здесь я наверняка тоже не бывал еще. Ладно, идем, друзья. Я вас, к сожалению, вынужден своих друзей маленьких, моих любимых существ ненадолго покинуть. Но это ненадолго всего лишь, потому что мне нужно... Мне нужно исследовать. Моя душа просит приключений. Вот поэтому... Собственно, я иду. Вот маяк какой-то. Тут как-то мне непонятно, к нему добраться. Тут все перегорождено. Все как-то перекрыто. И каким же... О, ягоды вот эти вот волчьи подсобираем. Вот тут еще и... А, подожди. А почему я рукой дерусь, если у меня было какие-то предметы, стрелы? Это вот использовать, дубинки. Это чуть хуже. Прочность, использовать. Ого, все, теперь я буду палец и мочить. Если что, вдруг кто-то нападет, ему не поздоровится явно. Так, что тут у нас? Я тут это не пройду. Или как? Никак не пройду. Может быть, я должен был что-то создать для того, чтобы это перейти? Или через мост? Вон, видите, тут как будто бы дорога когда-то была, но сейчас как бы явно видно, что мы туда не пройдем. Единственное, что у меня есть предметы... Могу перейти вот тут, через эту дорогу. Так, пока что мне не... О, камыши. Тоже вещь наверняка полезная. Мы с нее уже что-то крафтили в прошлом эпизоде. Если вдруг, кстати, вы не видели, я оставляю обычно на игры ссылку в описании, на плейлист, на игру, там еще там на что-то. Всякие полезные штуки находятся внизу, да. Так, что тут у нас? Я не верю. Ух ты, подождите-ка, мы тут были? Унитаз какой-то. Бам! Стрела. А это что за коробка? Бам. Воу! Воу! Ничего себе. Дружочек какой-то вылупился. Вылупился дружочек. Бам.
Вы видели когда-нибудь такое, чтобы человек добывал деревья с помощью другого дерева? Ну, это очень изощренный слишком такой метод, я бы сказал. Так, бам-бам. Лопатки, ложки, всякие интересные предметы тоже нам лишними не будут в любом случае. Так что, так, удерживайте. Тихо, это что такое? О, тут еще какой-то, какой-то маленький. Иди сюда, иди сюда. Бам, вынес его, тупо вынес его. Удерживать. Это может быть мы должны камень создавать. Это что такое? Кью, удерживать. Это переход может быть как раз через эти болота. Сейчас помогает мне. Я не знаю, ребят, я что-то наколдовал. Куда я бегу вообще? Я что-то наколдовал. И что, секунды идут. А, реально. Вот оно, видите что? Камень мне помогает перейти на другую. Локация обнаружена. 9-10. Так, и чего? Ой, там какой-то чуди появился. Бам, 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 бам. Есть. И что? Я с помощью этого камня перешел через... А как мне эти камни собирать? Гвозди, берем. Это что такое? Так, ну сейчас я разберусь, откуда у меня эти камни берутся. Я вижу, что у меня он еще один остался, этот камень. В любом случае, я к маяку уже стал ближе. Это радует. К маяку я немножко поближе уже пододвинулся. Тут какие-то вот еще есть припасы, какие-то материалы. Это... О, камни нашел. Шины. Какие-то палки. Какие-то вещи. Цветы. Шины. Бам, бам. Тестирую, может это можно разбить. О, бач. Бач, 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 и вылупляется. Так, внутри что-то можно разбить? Вот если бы я еще понял, что здесь под разбитие поддается, что нет, было вообще весело. Так, мешок какой-то, вот какая-то... О, осколок цвета камня. Отлично, отлично, отлично. Сейчас разберемся, там еще был большой какой-то осколок, я его пропустил, походу. Пока что лутаю себе ресурсы. В любом случае, нам они рано или поздно очень даже понадобятся. Что-то было? Удержите, чтобы прочесть страницу. Опа, новая страница. Страница из дневника, дневника Нобеля Мейсона. Да будут проклятые еретики. На следующий день 5 душ предстали перед нашим судом. Каждый обвиняется с, обвиняется с приведением спектральных доказательств и допрашивается, а затем направляется к создателю. Некоторые считают такие способы допроса жестокими, но я отвечаю, если они не сознаются в этой жизни, они сделают это в следующей, ибо кто я такой, чтобы отказывать обреченным в свершении их приговора? Что-то непонятные какие-то записки такие. Какие-то непонятные записки, непонятные. Так, а что здесь? Бам, бам. А где я видел такой большой кусок камня этого светящегося? Где-то вот это... Не, это что за... Разбудить мандрагорца. Ух ты. Опч. Новенький у нас получился. Маленький-маленький мандрагорец. Вот такой, малютка. Собран чар. Получить улучшение. Здоровье. При нападении врагов на ваш лагерь происходит реже. Удалить дровосек. Я удалил дровосек и что-то нажал, ребят. Я что-то сделал. Ну все, пока что уйти. Он, удерживайте. Он пошел ко мне на базу, надеюсь. Я надеюсь на это, что он пошел ко мне... что он пошел мне помогать. Так, а где же я здесь видел эти осколки? Или они уже от мною... А, вон сверху. Вон. О, нашел. Так, подождите-ка. Бам. Осколки, камни. Осколки света камня. Окей, мы с вами тут двигались к маяку, на самом деле, по заданию. Поэтому не будем отчаливать от нашего курса. У меня вон кристалл имеется. Здесь надо эту дорогу обойти. О, нас тут уже встречают. Чего ты там бушуешь? Чего там бушуешь, а? А что с него выпадает? Что-то красненькое выпало. Воздушный шар. Воздушный шарик мы с этого существа получили. В принципе... Наверное, где-то мы его используем. Так, Кью. Бам. Зарядил и бегу. Развеивается. Силовой остров. Заражение. Чего? Что там заражение какое-то пишет мне? Что там? Бам, бам. Иди сюда. Чернушка. Чернушка, иди сюда. Это изготовить больше талисманов от эфира. Талисман эфира. Осколки плюс шнурки. Ага.
допустим, один штучка, пускай будет. Понял. Закрыть, мы теперь сможем перебираться между локациями. Я понял, как это теперь дело создается. Ух ты, унитаз. Бам, бам, бам. Какие-то осколок нефрита. Плюс это для того, для приготовления блюд для наших мандрагорцев насобираю сейчас. Ресурсы фармлю. Опа, что-то приличное. Бам, бам. А, кирпич добыл. О, а эти ягоды мои мандрагорцы, помню, любили кушать. Так, еще один чернушочек. Вот подъем наверх, плюс камыши. Мыши мы тоже в пищу употребляем, так что нужно их собирать, конечно же. Унитаз. Лакустки там какие-то. Можно, конечно, очень подробно этот остров изучить. Ух ты, цветы. Все пособирать. Но наша задача какой-нибудь интересный контент заснять, на самом деле. Миссии выполнять, наверное. Основная наша задача-то. А как-то потом можно будет, наверное, телепортировать. О, там сверху куски плюс рецепт. Так, тут что-то еще выпало. Гвоздомет использовать? Ух ты. Я какое-то нашел, кажется, оружие. Какое-то оружие я нашел, гвоздомет. Это что? Не знаю, пока фармлю. Добро фармлю. Тут еще какой-то ресурсик. О! Тут у нас ворчун появился. Ворчун. Ну все, ворчуна больше нет. Наверх, давайте заберемся наверх. На крышу попытаемся. Вот тут. О, тихо. Тут еще какие-то... Что-то фиолетовое, видите? Фармлю, бумаги, лоскутки там что-то. Берем, идем, посмотрим что-то. Опа, это, по-моему, рецепт. Черчеж. О, плюс камушки. Мы сможем создавать себе эти эфирные кристаллы, я так понимаю. Окно подозрительное. А ну-ка. Нельзя в окошко залезть? Опа, можно. Все, гляньте-ка, что тут. Я прям взял, борзо, дерзко взял, в окно залез. И сейчас тут все позабираю себе. Так, можно было бы внизу наверняка что-то нафармить. Мы на обратном пути вниз пойдем. Давайте ползем наверх. Один, чтобы открыть меню. Ух ты. Один, гвоздомет. Три, целебная мазь. Талисман от эфира. Бум, какие-то... Это унитаза, что ли? Не, это газонокосилка, по-моему. Он ее будет теперь их дубасить всех. Еще один черчеж нашел плюс. Какую-то сумочку нашел. Еще одна записка. Прочтем ее, давайте. Что же там нам пишут? Пишет нам девочка Сара Хоу. Я не знаю, где я, но мне известно, кем я была. Меня зовут Сара Хоу. Я ученица акушерки, дочь и сестра, послушная моему богу. Я изложила здесь истории моей жизни настолько простыми словами, сколько смогла, для того, чтобы кто найдет ее. Я пишу, чтобы не думать о том, что моя старая жизнь была сном. Клянусь, что все изложено здесь правда. Какие-то пока что мне не особо понятны эти все записки, все эти речи, которые мы встречаем. Возможно, чуть попозже как-то все оно станет на свои места. Так, сундук, какой-то ящик. Бам, что тут? Я для этого сюда приходил. Это похоже на какой-то портал. Удерживать, вглядываться. Удерживать. Опа. Вглянулся, да? Всмотрелся, скажем так, правильно. И чего? Я смогу теперь... Найдено спящих мандрагорцев. Нажмите М, чтобы открыть карту. Так, вот, значит, мы с вами открыли... Это что такое? Компания City Gaze. Компания City Gaze. Не исследована. Степень заражения 9, 6, 10. Это... Так, мандрагорцы в спячке. Вот здесь. Уровень заражения 25, то есть там, скорее всего, будут более опасные монстры. Ух ты, тут еще мандрагорец, тут. Я здесь нахожусь, тут больше мандрагорцев нету. Фух, ну, мы сюда пришли, мы исследовали. Окей, что с этого круга еще? Мы просто, как бы, отразить нападение. Могу ли я сейчас как-то отразить нападение, вернуться, к примеру, домой? Уменьшить, приблизить, закрыть. Какой-то лагерь, мешок, внешний вид. Верно, так телепортироваться быстро не получится. Масштаб, приблизить, удалить. Мне нужно отразить нападение, вернувшись просто домой. Ладно. Я хотел по маяку спуститься вниз, в надежде, что там какой-то найду какие-то еще ресурсы. Давайте так и поступим. Сейчас на нас, по идее, будут нападать. Но мы должны прийти на базу, подготовиться к защите. О, видите, я про этот сундук как раз и думал. И про эти ящики тоже я не...
подозревал, что здесь можно будет налутать. Вот тут еще один ящик. Приближается рейдовая атака. А меня еще не мурмур. В какую сторону бежать? В ту. Рейдовая атака, а я еще не мурмур. Так, и как мне быстро теперь домой? Так, Q. Активировал, бегу как могу. Так, 13. Рейдовая атака 2. Рейдовая атака 2. 200 метров, 6 секунд. 5, 4. Я успею добежать здесь? Давай, давай. О, есть. Беги, беги, 100 метров. Я первый, наверное, мои мордорогорцы без меня защитились. Как-то непродуманно у разработчики сделали. Как я должен был быстро успеть? Да, он там уже там что-то черное вон есть, там бегает у меня. Что-то там дерутся. А, он бьет вон мой стол. Ой, ну вы, ребята, зря. Ну иди сюда. Ты тут атакуешь? Пошел вон отсюда. Кто там? Что там пришел? Рейдовая атака. Во, на тебе, на тебе. Посетить мудрость. Опа, сундук выпал. Мандрагорец. Почему подарочек на нем нарису? В этом мире теперь тут многопользовательская игра, чтобы пригласить друзей. Да, кстати, в этой игре есть. Можно играть в многопользовательскую игру. Получить подарок. Давай. Что за подарочек? Осколок света камня. Ну, спасибочки большое. Это так очень милое существо, кстати. Так, побеседуем и с этим. Пускай у него чары мне даст. Давай. Чары 15. А с которыми... А как мне сразу не всех чары собирать? Я так просто это, видимо... О, видите, они дают мне чары, там что-то здоровье восстанавливает. Это все очень хорошо. А еда тут что? Котел. Положить в котел. Бамц. О, вода и там что? Еще котел. Добавил. Давайте побеседуем, что мне скажет мудрый ворон. Вы проявили себя бесспорно. Вам хватит сил, что произойдет дальше. Вы восстановите это место. Нашли чертеж? Если да, можете приступать к строительству. Когда вы немножко улучшите обстановку, это привлечет уничтожителей, выманит их. Сначала немного восстановления, потом разберитесь с уничтожителями. Это должно вывести мандрагорцев из оцепления и вернуть их магию. Только так это придет вас отправить домой. Вот и все. Я предупреждал, что вы можете застрять здесь навсегда, но думаю, у вас все получится. Вот небольшой подарок, который вам пригодится в начале пути. Зажгите это призрачные чары, если вам будет срочно нужно вернуться в лагерь. Опа, так, вот это как раз тот, который я говорил, портал, да? Мандрагорцы повышают уровень вашего лагеря. Чем выше уровень, тем больше вы можете построить. Ищите и в глуши, или увеличивайте возраст с помощью кристаллов. Взрослые мандрагорцы дают больше очков опыта лагеря, чем молодые. Так, хорошо, давайте теперь... Мы, во-первых, я хотел этот еще сундук попытаться открыть. Бамц. Какие-то эти вот луки, гвоздострелы там. Хорошо. Текущий уровень. Улучшить лагерь до 4 левела. Нажмем. Тут еще журнальчик. Справочник. Уровень лагеря основывается на количестве накопленных очков опыта лагеря. Зависит от мандрагорцев. Чем они старше, тем больше. Чтобы повысить уровень лагеря, необходимо либо найти мандрагорцев, выросших в глуши, либо увеличить возраст мандрагорцев в деревне с помощью кристаллов. В лагерях больше высокого уровня можно построить больше улучшений и полнее удовлетворять потребности мандрагорцев. Окей, начнем мы с, наверное, а где их не кровати? У меня же были кровати и игрушки. Но все пропало. Может быть, у меня при атаке у меня произошла беда? Так, чего мне хватает? Охапка листьев. 0,2. Ветки. Так, мебель. Игрушка. Ладно, игрушка. Раз, два, три, допустим. Три игрушки у меня хватает. Чары. Иду, пробую где-то добыть дерево. Это можно дерево разрушить? Бам, бам. Охапка листьев. Это охапка листьев. Вот, получается. Есть чуть-чуть. Бам. Мне нужно три кровати им все-таки соорудить, потому что как бы отдых... Очень важный моментик, очень важный. Это отдых для любых работничков, для любых существ, которые с вами сотрудничают. Очень важный вопрос. Это отдых. Всегда оно было и есть такое дело. Так, вверх. Кровать. Раз, два, три. К примеру, три кровати. Окей, есть три кровати. Пускай занимаются строительством. Построй мяч для йоги. Мяч для йоги. Давайте поищем. Мяч для йоги. Скорее всего, это все через рабочий стол создается.
чудо вот это вот, призрачные пути к света камень, волшебная лоза, чтобы стрела, выстрел из, так-так-так, факел, приманка. А как эти рецепты сейчас мне открыть? Так, пока что, так, нет материала, подожди, здоровая особь, постель. Постель, а это что? Это не постель? Походу, это не совсем постель, это какие-то лежбища тюленей. Вон, не игрушками этим подымает и играется, мило очень смотрится. Так, в котелке тут все норм. Сейчас будем с вами разбираться дальше. Значит, вот стол я сделал. Вот, тут пока что больше никаких я не вижу. Прикол в том, что я больше не вижу никаких замочков, которые я бы мог бы... Целебная мазь, призрачные чары. В себе тайные силы, чтобы покинуть место, которое вы сейчас находитесь, и приплетиться обратно в лагерь. Призрачные чары. Подтвердить. Допустим. Сделал. Мазь я уже делал. Кристаллы... Водная точка. Сбросить, осмотреть. Так, сейчас будем думать с вами. Текущий уровень. Задание. Удерживайте. Если я, допустим, выберу мандрагорца, удерживать... Какая-то там у него прокачка была. Получить улучшение, отдать кристаллы. О, отдать кристаллы, допустим. Дайте этому Дрейку кристаллы, чтобы увеличить его уровень. Отдать кристаллы. Осколок нефрита. Удалить. Подарок, удалить. Осколок нефрита. Осколок, допустим, я ему даю. Удалить кристаллы. Один. Подросток, это у меня малютка. Надо удалить. Ну, окей. Отдать кристаллы. Осколок нефрита. И что, как мне Enter нажать? Выбрать. Означает состаривание. Мандрагор означает повышение здоровья, усиление положительных эффектов, увеличение скорости движения нового уровня вашего лагеря. В это же время мандрагорцу нужно будет больше еды, воды. Веришь, что готов этому? Окей. Имеется удалить из своего инвентаря и ему дать. Ну вот, я ему немножко дал. Получить улучшение. Уйти пока что. Вот я ему... А, все, они спать у меня пошли все. Так, постель. Сундучки. Вот какое-то большое-пребольшое здание. Был ли я в нем раньше или не был? Вопрос, конечно, интересный. А что за знак восклицания? Что хочет ты, что ты от меня хочешь? Вы только что, посмотрите, строишь себе обычный городишко, пришло время узнать кое-что важное об этом месте. Вы и мандрагорцы все хорошие, хорошие, что живет здесь. Это все взаимосвязано. Чем старше становится, тем больше их силы перейдет к вам. Вот что вам нужно сделать. Пройдите здесь немного и найдите несколько кристаллов. Как только найдете, сможете их с помощью вырастить мандрагорца. Разным мандрагорцам нужны разные кристаллы, поэтому видите, что они сочетаются друг с другом. Так, вырастить мандрагорца с помощью кристалла. Окей. Вырастить. Они сейчас у меня отдыхают. Пускай отдыхают. А кристаллы, допустим, карту я могу сейчас открыть. Сити. Тут какие-то знак вопросы. Кристаллы именно где мне искать не указано. Ладно, мы пока они спят. Я надеюсь, нас никто не потревожит. О, тут что-то шевелится. Давайте посмотрим, что там такое. Какая-то птица. Ты что за птица такая? Торговля. Ух ты. Здравствуйте и добро пожаловать в мир чудес, называемый сорочьей лавкой. Если у вас есть сверкающие предметы, я именно тот ценитель, с которым вам нужно поговорить. По одному взгляду на вас мне также понятно, что вы обладаете утонченным вкусом. Думаю, мы с вами поладим. Смотрите, изучите мой товар. Я всегда стремлюсь к выгодной сделке и расширению своей обширной коллекции редких и замечательных сверкающих предметов. Заходите каждый день. Новые товары поступают каждое утро. Так, и что? Текущий уровень. Улучшить мандрагорца до подростка. Так, ну, допустим, торговля. Вот, осколок. Вот это что я могу ему продать и заработать, а где какие-то... что мы получаем? Предмет запас, ткань, древесина, предмет... Продать предметы, купить предметы, осколки, воздушный шар. То есть то, что он хочет у меня купить в данный момент. Что? Топор у меня имеет? Пионерский топор? У меня таких два есть. Гвоздомета? Я не знаю, пока стоит ли мне что-то продавать или нет. Пока, наверное, нет. Давайте посмотрим что-нибудь еще интересное.
тут у нас какие-то карусели, штукенцы красивые. И вот это как-то может с этим взаимодействовать? Нет, это просто наш центр. Где-то было красиво... О, кристаллы я заметил там у него сбоку. Якорь можно тут бахнуть? Нет. Сейчас пойду там кристаллы заберу. Вот. Потом пойду, наверное, в то здание порыщу. Бам. Какой ему дал... Такую плюху ему. Бах. Так, а где тут было красивое такое большое сооружение, которое мне было очень интересно изучить? По-моему, вот это оно. Плюс там какой-то гараж. Кажется, в этом гараже я уже гулял. О, в этом здании я еще не обыскивал. Тут я еще, по-моему, не был. Я его оставлял себе на потом, на изучение. Вот, кажется, время пришло для того, чтобы я это изучил. В самом деле, у нас не очень много времени осталось до конца видеоролика, но ничего. Бам, бам. Листья, ветки и пенек. Так, смотрим. Дом. Вот мы и в доме, да? Раз. Ткань нашел. Музыка хорошая, приятная, кстати, играет. Нам нужны какие-нибудь кристаллы для улучшений. Для улучшений. Для улучшений наших мандрагорцев нужны, конечно же, ресурсы. Это ясно. Чтобы они были красивые и здоровые. О, тут еще есть ягоды волчьи. Сейчас подфармим немного. О, сундук. Интересно все-таки. Я не совсем понял, откуда именно берутся кристаллы пока что. С каких, может быть, существ они выпадают? Или какие-то... С чего, какого места их добывать? Большее количество. Или... там что-то... Что там выпало? Телевизор. Сок, шнурки. Сок, шнурки. Так, окей, двигаемся дальше. Надеемся на лучшие. Надеемся на лучшие. Опа. Что я нашел? Это сумочка. Гвоздомет. Там еще одна сумка, через окно можно. Реально как Fortnite, правда? Очень смахивает игра на Fortnite. Именно коса нашлась. Во. А если я попробую наверх закарабкаться где-то здесь? Тяжко, тяжко наверх, тяжко. Так, ладно, изучаем тут дальше дом. Много сока. Сока очень много. Мы с него создавали еду для наших товарищей. Это я прекрасно помню. О, стекло выбил. Это я, конечно, тут полдома сейчас разрушу им. Так, тут стекло. Какой-то есть подъемчик, я вижу. Так, ну тут мы уже гуляли. Ух ты, и такие крышки можно делать. Вперед, типа так. Бам. Ну и что я могу сказать? Дом я облутал, но какие-то кристаллы сверхъестественно я не добыл, по-моему. Вот так могу еще, да. Оп, оп. Нападение через 9 минут. Ага, вижу. Может быть, после нападения, когда я буду отражать нападение, будут на меня выпадать кристаллы. Дом я облутал, по-моему. Ой, свалился. Так, камыши. Машина, бамц. Я ее уже, видимо, облутал, было дело. Так. Мои товарищи проснулись. Можно попытаться побеседовать с каким-то другим существом. И, может, у меня кристаллы были на другого существа? Допустим, на этого синего? Так, смотрите, вот такой. Получить улучшение. Тактик. Нет, тут надо что-то от него... Синенький нет. Этот, вот, допустим, коричневый такой, да? Нет доступных действий, но зато я у него пополнил, пополнения всякие там взял. И зеленый. Получить улучшение. Разве что... Удалить тактик. И что я с ним сделал? Нет доступных действий. 30% критического урона по окружению. Ну, вот как-то вот так. О, подожди-ка, а что ты от меня хочешь? Звездочка говорит. Говорит... так вот, эти уничтожители, которых я упомянул, плохие ребята, скажу я вам. Пришли сюда давным-давно, сотни лет назад. Не они первые и не они последние, конечно, но они самые противные и пробыли здесь больше всех. Люди с вашей стороны не должны были оставаться здесь так долго, как они. Стать настолько старым, что только магия удерживает вас вместе. Это не приходит бесследно. Но вы не волнуйтесь, у вас еще много времени. Мы отправим вас домой задолго до того, как вы начнете летать и крушить все подряд. Ага, то есть я тоже стану плохим мальчуганом. Так, это что у нас?
положить в котел, заполнить продовольствием. Здесь что? Здесь, я понимаю, хранилище, которое... хранилище ветки. Это... А что они там? Это я наоборот туда... Хранилище, ваш инвентарь. Переместить. Все. Подтвердить. Забрал ветки с хранилища. Что они там будут сидеть у меня? Тут у меня вот мастерская. Необходимо ресурсов. Талисман эфира. Целебная мазь. Призрачные чары. В себе тайный силу. Покинуть место, в котором вы сейчас находитесь. И приместиться обратно в лагерь. Угу. Угу, угу, угу. Необходимые ресурсы. Светокамень, изолента. Талисман, целебные, призрачные. Талисман от эфира. Светокамень. Нет необходимых материалов. Волшебная лоза. Пока мне вот это вот, что-то мне пока есть непонятно. Строительство, котелок, игрушки и все. Но я какие-то... Улучшение, уровень лагеря. Какие-то же я... Может быть, мне нужно через... Подожди, отмена. Ай. Какие-то я два рецепта получил. А где они? Два рецепта у меня где-то было. Как мне теперь его... Заучить его, выучить. Гвоздометы, оружие. Были ж, я подобрал какой-то рецепт. Я точно помню. Семечко капусты. Ух ты. Обычный семечко капуст. А где же эти рецепты находятся? Я же ведь точно видел, я какой-то рецепт подбирал, какую-то бумажку. Или это был не рецепт? Лоскутки, обрезки, кристаллы. Может быть, я его и не подобрал. Может быть, я как-то прозевал и не подобрал тогда его. Коса, топор. Много всяких инструментов. Ух ты, пушка у меня даже появилась. Пушка. Ничего себе. Использовать. Так, ну, не вижу я здесь никаких рецептов в данный момент. Видимо, я их не подобрал. Очень обидно. Потому что мне бы тогда сейчас, наверное, мяч для йоги, здоровье особь, постель, улучшить мандрагорца-подростка. Поскольку я сейчас не могу, мы можем тут еще поизучать. Тут я не был. Нападение через 5 минут у меня будет. Ну, у меня ролик 32 минуты длится. Давайте будем разбираться с этим всеми моментами уже в следующий раз. Очень бы, конечно, хотелось бы понять, почему у меня не появилось этого рецепта. Я надеюсь, что я еще разберусь. А если вы вдруг были внимательнее и смотрели, может быть, я не нашел рецепт? Может быть, я где-то перепутал рецепт с какой-то там кожей, не знаю. И мне надо предстоит его еще найти. Ух ты. А я здесь, по-моему, гулял. Это что-то знакомое. Какое-то... Что-то знакомое. Игра очень затягивает. По-моему, здесь хорошо. Я тут читал. Точно. Я отсюда пришел. Я помню это место. Я помню, что я отсюда пришел. Начало нашего пути было отсюда. Я пришел вот в эту точку. Тут дом. Я только что был в этом доме. Правильно я понимаю? Большом. Записки. Может быть, мне надо просто идти на следующий остров и искать что-то там? Хорошо, я буду разбираться. Чертеж. Легендарный. Подожди, оп. Чертеж, бумажка вот такая вот. Вот такая это чертеж. Тут пока никаких чертежей не вижу. Вижу только мандрагорец здесь, вот здесь. Может, не стоит туда двигаться. Но это я уже буду в следующий раз все делать. Как раз в следующий раз я когда появлюсь, у меня будет как раз нападение. И с этого момента с нападения я буду начинать всю свою игру. На этом, пожалуй, все. Drake Follow игра называется. С вами был Ниломоб, увидимся в следующем эпизоде, в следующих видеороликах. И всем спасибо за лайкосики. Все, пока-пока.